Волейбольный клуб «Факел» провел первый в этом турнирном сезоне домашний матч. Соперником приполярной команды стали соседи – волейболисты «Югрыса Матлора» из Нижневартовска. Зрители принимали своих любимцев полными трибунами. Ямальская команда обновилась. В ряды «Факела» влились трое. Капитан и связующий Сергей Гранкин. Он играет под номером 5. Доигровщик Евгений Сива-Желес и центральный блокирующий Алексей Ковальчук. Алексей – воспитанник «Факела». Два последних сезона он выступал за Ярославич. Полноценной сыгранности у спортсменов пока нет, но промежуточными итогами довольны. Остальное, как говорится, дело техники. Те игры, которые мы успели сыграть, есть какое-то понимание хотя бы примерно друг друга. Да? И, конечно, как говорится, от количества к качеству нужно какой-то этап сезона пройти, чтобы уже как бы досконально понимать какие-то нюансы. Ну, в принципе, ребята хорошие, как бы друг друга, в принципе, понимаем. Поэтому я думаю, что от игры к игре больше будет видно прогресс. В матче с югорчанами новоуренгойцы оказались сильнее в трех партиях. Соперник много ошибался. Главный тренер «Факела» поделился. Результат на табло понравился. А вот как играют его подопечные – нет. Пара мячей, и встреча могла развернуться совсем иначе. Обыгрывать нужно уверенно, а не собираться в нужный момент, чтобы выравнивать ситуацию, отметил Роман Яковлев на пресс-конференции. Понятно, что сезон – это вещь, которую предсказать невозможно, и никто ничего не пообещать вам могут много, но насчет выполнить могут возникнуть проблемы. Поэтому ничего мы не будем обещать сильно большого, но, во всяком случае, очень сильно надеюсь, что точно не разочаруем болельщиков. Вышел на площадку после длительного восстановления Владислав Бабкевич. Диагональный «Факел» в межсезонье перенес операцию на плечо. Лучший бомбардир прошлого сезона Суперлиги в игру возвращается постепенно, получая умеренные нагрузки. Пока он еще не готов, но надеемся, что в течение 2-3 недель он уже должен будет вернуться. И, возможно, еще не в полную силу, но тем не менее уже будет способен помогать команде и помогать достаточно хорошо. В целом настрой у команды боевой. Чемпионат ожидается интересным. Специалисты отмечают, говорить заранее о сильных или слабых игроках не приходится. Любая команда способна преподнести сюрпризы на площадке. Перед спортсменами стоит задача занять хорошее место на предварительном этапе чемпионата. Первые 4 команды по итогам регулярки напрямую выходят в плей-офф. А сборные с 5 по 12 места играют стыковочные матчи. В восьмерке сильнейших и развернется борьба за медали. Вот игры проблемы будем точно прибавлять. Я думаю, мы не знаем пока что своих верхних возможностей. В конце декабря Новый Уренгой впервые в своей истории примет финал 4 среди мужских волейбольных команд. Наш «Факел», как организатор турнира, напрямую квалифицировался в полуфинал. Еще 3 участников станут известны позже. Подготовка к турниру пока ведется только организационная. Тренироваться целенаправленно игроки «Факела» начнут после того, как станут известны соперники. Жеребьевка пройдет 8 ноября. Мы подали заявку. И заявка дается той команде, которая представляет, скажем, лучшие условия. Лучшие условия – это входит как-то там по пунктам, в том числе и за выбором. Мы перебили всех желающих. Дворец спорта «Звездный» подходит по всем критериям для данного соревнования. И город Новый Уренгой также готов принять, разместить всех участников, если надо, болельщиков. Мария Яновская, Евгений Шевченко, Феликс Расихин. Телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».